Пару недель назад жизнь на кухне четырежды мамы Натальи Целинской изменилась. У нее появился суперфункциональный холодильник. Фишка этой новинки от LG – прозрачная дверь. Честно скажу, вначале я думала, что вот это окошко светящееся – это баловство. Но потом, буквально через пару дней, мы поняли, насколько это удобно. Я, убегая на работу, стукнула, постучалась в свой холодильник, посмотрела, что нужно сыра купить, молока. Ну, а детям просто волшебство. Волшебство для всей семьи происходит и внутри холодильника. Дело в том, что он оснащен активной системой очистки воздуха. В этой модели используется специальный пятиступенчатый фильтр Hygin Fresh Plus, который устраняет пыль, грибковые споры, неприятный запах и бактерии. Благодаря этому продукты дольше остаются свежими, вкусными и полезными. Есть еще одна функция, которая нам очень понравилась. Это система хранения овощей и фруктов. Вот эта вот волшебная крышка забирает на себя всю лишнюю влагу, а потом каким-то способом распределяет ее между всеми фруктами. Никогда не собирается вода в отсеке, и даже те же бананы гораздо дольше остаются желтыми и привлекательными. Главное, что оценила Наталья, разумеется, удобная организация пространства внутри холодильника. Покупки разбирают теперь всей семьей. Заполнить полочки для малышей – это что-то вроде увлекательной игры. Еще мы обнаружили, что теперь мы можем связываться с холодильником через Wi-Fi. Это очень удобно, когда тебе нужно поменять температурный режим. Как мы жили раньше без этого? Как-то жили, но прогресс же не стоит на месте. Поэтому это очень удобно. Всех тонкостей еще не знаю, но потихонечку разберусь, я думаю. Ну и вообще, на самом деле, холодильник очень удобный. Такое ощущение, что кто-то постарался, чтобы именно мне было удобно на кухне. Осталось дело за малым – убедиться в экономичности умной техники. Вернемся на кухню Натальи Целинской ровно к окончанию месяца и подсчитаем. Заодно узнаем, какой балл выставит спортсменка холодильнику LG.